субботу в Самарской области ожидается ясная сухая погода, также тепло. Температура воздуха днем 24-27 с плюсом, ночью 15-17 выше 0. Ветер преимущественно западного направления 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 26, ночью 16 градусов выше 0. Ветер западного направления 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время плюс 26, ночью 16 градусов выше 0. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.